Так, господа, увидели мы тут, что, съезжая с моста, значит, братьев Захаровых, идет активное движение. При этом заграждающих никаких знаков уже не стоит, барьеры рядом не валяются, никто их не убирал, то есть их просто нет. По официальной версии, которую мы получили, официально дорога не открыта. Ну, так нам прокомментировали. Ну вот, тем не менее, сейчас мы едем тут через дальние дали. Сейчас вот эту Волжскую Венецию проедем. Не, ну дома, видишь, не протекает. Да, дома пока не залило. Ну, наверное, грунтовые, может, все-таки будут. Вот. Вот люди идут, пешеходный переход. Светофор работает. Стоим, ждем. Сейчас повернем в сторону улицы Ленина, потому что с той стороны, вот вы видите, движение идет. Все, водители, как добропорядочные граждане, едут по светофорам. Да, вот на нашей барже повернуть здесь тяжеловато, я хочу сказать. Все, все открыто, никаких знаков, ничего не валяется. Да, какой-то вот дядечек ходит, там что-то проверяет. Все открыто. Вот так торжественное открытие дороги. Перерезана ленточка, фанфары. Самое главное — информационное сообщение. Да, и я уж не знаю, но надо сейчас посмотреть сайт администрации. Вообще сообщили ли людям о том, что она открытая или нет. Как об этом узнать? Просто все поехали и все. Стоим на светофоре. Ну, как бы так, граждане-водители.